low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Всем привет, с вами Александр. И продолжаю сегодня тему открытого балкона. Очередное растение, которое у нас будет высажено туда, это матиола. Сразу говорю, сажаю ее второй год и рекомендую ее для посадки на балконе. Сейчас скажу почему. По виду. Ну вот растение. Сажал я ее 8 мая. Сегодня уже конец мая, 24 число. Выросла она очень быстро. В уходе совершенно нетребовательная. Растет быстро, вот немножко вытянулась, но это не страшно. Сейчас мы ее пересадим в этот горшок. Сажаю второй год. Повторюсь, что сажаю второй год. И в первый год, когда я ее сеял сразу в контейнер, сходы были, в принципе, похожи. Я ее проредил чуть-чуть, не старался, то есть, сильно проредить. Оставил, как есть, сеял в контейнер. Она выросла у меня. Достаточно незрачное растение. Я даже... Ну, разочарован был, пока она не зацвела. Вот, не зря матиолу называют ночной фиалкой, так как вечеру она очень приятно пахнет. Издавна ее знают садоводы и сажали рядом со скамейками, рядом с террасами, там, где собирается вечером народ. Очень приятный аромат. Так что всем ее рекомендую. Так, повторюсь еще раз, в уходе она не требовательна, растет очень быстро. Земля подойдет обычная, садовая. Подкормок сильно не требует. Вырастает примерно 40-50 сантиметров. У меня она была в контейнере в подвесном, крепился контейнер к стене. То есть она у меня была даже как ампельная, то есть она свисала. Вот, и аромат был очень... сильный. Также растение холодостойкое, если у кого-то более северные районы. Сама она. Листья у нее обычные, не декоративные. Цветочки мелкие, примерно 1 сантиметр где-то. Поэтому выглядит она не очень. Но, вот повторюсь, как только она зацвела, то есть я решил, что я буду ее сажать на следующий год. Так что сейчас я ее пересажу в этот горшок. Видео у меня уже было, как пересаживать. То есть по несколько растений в одну лунку. Примерно по 3 лучше. Сейчас я посажу, как раз вам покажу. Итак, вот я посадил. Получилось вот так. На ранее видео было показано, как это сажается. Вот, если что-то пропадет там, или один, или несколько, то остальные останутся. Ну, в принципе, можно будет подсадить. Еще раз скажу, забыл сказать, что это однолетник. Так что смотрите, рекомендую. Очень это растение сажать. Сажайте на балконе, не пожалеете. Всем спасибо за внимание. Всем пока.